Ищи вперед, работай! Сегодня в большей степени работают собаки. Задача в течение 20 минут обнаружить двух условно пострадавших. Люди пострадали условно, а вот завалы самые настоящие. Для соревнований выбрали территорию заброшенной военной части села Черемхово. Мы справились, нашли. Конечно, очень переживали. Собака хорошо работала, то у меня еще там недочеты, потому что я очень волновалась. То у меня все впервые, аттестация. И вот такие вот условия. Ну, собака, конечно, еще работать и работать. На таких соревнованиях собак проверяют на профпригодность. В реальных условиях их работа очень важна. К примеру, когда необходимо найти людей под завалами или в лесу. В работу включаются спасатели-кинологи. Вероятность найти человека 90%, говорят в Амурском МЧС. Ну, во-первых, собака – это живое существо. Может быть, никаких проблем, там что-то... не заладилось, бывают какие-то огрехи в подготовке, какие-то методические. Но у нас и мероприятие такое, что мы не только оцениваем работу, но еще и даем рекомендации по устранению недостатков. Кинологи уже прошли проверку послушания и ловкости, показали, как работают в паре со своим четверолапым партнером. Традиционно в состязаниях участвуют спасатели-кинологи Хабаровского, Приморского, Камчатского края, Сахалинской области. Больше 20 кинологических расчетов. Денис Свериденко, Амурское областное телевидение.